Огромный привет моим подписчикам и всем зрителям моего канала. Сегодня хочу представить вашему вниманию шуточный тест. Угадай знаменитость под маской животного, которое очень похоже на него. Все люди, скрывающиеся под маской, имеют отличительную черту – это звезды шоу-бизнеса или политики. У вас будет примерно по 15 секунд, чтобы узнать человека инкогнито. Или нажмите на паузу и внимательно приглядитесь в морду животного, скрывающую человека. Также в подсказках будет краткая биография или афоризмы и меткие выражения человека инкогнито. Всем приятного просмотра и веселого настроения. Итак, если готовы, тогда вперед, поехали. Никто не любит короля гламура. Серега Зверев – это сила, мужики. Уверен, вы узнали французского актера, бессменного напарника Пьера Ришара. Также одновременно является гражданином Франции, Бельгии и России. Из России, с любовью, от Жирара. Узнали меня, яркую, эксцентричную фигуру в современной политике. Экс-мэра Лондона, бывший министр иностранных дел, а теперь новый премьер-министр Великобритании. Не правда ли? Точно и копия этой ламы. Пойду, поиграю в теннис и покатаюсь на велосипеде. Честь имею, известный эстрадный певец и танцор, звезда российской эстрады, дитя порока, прославившийся благодаря эпатажному образу. Всем моим поклонникам чмоки-чмоки. Я знаю, что Турчинов вас не подведет, потому что вы с ним практически одно и то же, у него только косы нет. Я вас всех люблю, мои дорогие.